Строительная готовность школы в Звенигородском микрорайоне «Восточный» пересекла отметку 17%. Долгожданный социальный объект здесь необходим. Почти на 20 многоэтажных домов ни одной школы. Жители ее ждут, мы это понимаем, поэтому стараемся как можно быстрее порадовать их. Школа будет введена в третьем квартале следующего года. Контракт был заключен 31 декабря 2021 года. Общая площадь школы почти 18 тысяч квадратных метров. Она предусматривает 64 класса, где будут обучаться 1100 воспитанников. Сейчас застройщик перекладывает газопровод, после чего приступит ко второму этапу строительства здания. Выполняются монолитные работы, кладочные работы, вынос инженерных сетей. На объекте задействовано 64 рабочих и 9 единиц техники. Школа будет соответствовать всем требованиям. В процессе строительства и отделки подрядчик применит высокотехнологичные износостойкие материалы. Территорию вокруг благоустроят. В том числе здесь появится баскетбольно-волейбольная площадка. К благоустройству мы приступим в этом году, к вертикальной планировке, а уже, так скажем, финишное покрытие с озеленением и окончательным благоустройством произведем непосредственно в следующем году. Беспокойство местных жителей вызывает состояние дороги между жилым массивом и стройкой. Глава округа взял этот вопрос под личный контроль. На этой неделе вы сделаете? Да, конечно. И арматуру, завтра арматуру подрежем, и завтра же пройдем с ремонтным, с ремонтом временно этой дороги, да. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».